Вот давайте сейчас чуть-чуть зафиксируемся. У нас с вами что? Очень ограниченные расчетные мощности мозга, которые мы можем использовать в рамках своей сознательной деятельности. Второе. Наше сознание очень ограничено. Одна задача, всего три аспекта ситуации, продолжительность мысли 3 секунды. Да? Мы, правда, этого не замечаем, но мы столь многого не замечаем, что даже неловко про это говорить. Значит, и плюс к этому наши решения – это не наши решения, не сознательные решения, а решения нашего мозга.